За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. Сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись! Мы нас в зал будет слышно. Да. Мы есть зал. Привет, народ! Дота 2!
Дождались. Где вообще нас видно? О, наконец-то, все. Ну что, долго мы ждали этого момента. Сначала у нас был Point Blank, у нас был CS, он был CS 1 на 1. И сейчас мы добрались, в конце концов, до Доты. Финал нижней сетки, да, потому что люди финал не любят... сетки лузеров. Не, люди не любят, когда их называют лузерами. Надо наоборот. Но они лузера. Ну вот кто виноват, что они проиграли, правильно? Да, правильно, кто виноват, просто... что они проиграли, да. То есть если бы они выиграли, мы бы их называли винера. Вот, как вот, вот. Сегодня они собственно лузера. Собственно говоря, все правильно. Best of 3 битва нас ждет. Победитель этой пары, собственно, сыграет завтра в гранд-финале с командой No Tide Hunter. Проигравший займет третье место. И третье место, в принципе, для команды Virtus.pro будет шагом вперед. Ну что, в прошлый раз они были четвертые, в принципе. До этого были пятые. До этого были пятые. Но, насколько я понимаю, руководство ставило и сами ребята перед собой не совсем такую задачу. То есть не... Не третье место занять. Ну, я думаю, что все команды сюда ехали побеждать. И Империя, и Virtus.pro, и вообще все-все-все остальные. Да. Фнатики же в прошлый раз были как раз бронзовыми. На этот раз, собственно... В общем, они... стоит отметить то, что хуже обе, уже у них обе команды, да, в любом случае будут в плюсе, да, получается, да. Так. Мы буквально начнем через две минутки, ребят. Тут последние технические, скажем так... Фишечки нужно, да, приготовление нам нужно исправить, как раз команды уже давно готовы, все хорошо, тут проблема маленькая в связи с тем, что очень-очень мало времени у нас было на настройку после CS 1 на 1. Кстати, CS 1 на 1 был весьма напряженный. Да, CS, ну я думаю, сел бы Каспер бы объяснил. Или Смайлуха, там я уже говорил, что мы там со Смайлом сели, пощелкали бы их вообще на изичек. Как детей, как семечки, да? Да. Гитрайт, кто такой Гитрайт? Не слышал. Вообще, да? Что? НИП. Да, забей, да, короче. Забей, все понятно. Ну, проблемы у нас довольно серьезные, и я так понимаю, чуть не особо-то. Так. Проблемы именно со звуком в Dota 2, так что буквально чуть-чуть попросим и команды подождать, а... Не, ну, дотеры, я думаю, нам потом скажут спасибо, которые будут смотреть через, да, сам клиент по билетам. Да-да-да. Безусловно. Ну вот, кажись, сейчас, ну вот, что-то да, у нас, ну... тут... Серьезные проблемы как раз. Именно, знаешь, проблемы не с компьютерами, не с чем-то, а какая-то такая маленькая-маленькая переходящая штучка. Да, за $3. И все траблы именно у нее, из-за нее. В зале довольно много народу. Понятное дело, что в интернете нас тоже уже ждет нереальное просто количество людей. Да, я думаю, все готовы смотреть сейчас за суперинтересной, да, дотой, это потому однозначно. Что битва будет реально не на жизнь, а на смерть. Тут команды должны будут показать вообще все, на что они способны. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы команды не делали каких-то непонятных телодвижений, как мы это могли видеть в каких-то прошлых матчах. И все сразу, да, видели, там, Трин Протектор, все дела. Ну, Трин Протектора брали у нас только Empire, поэтому, собственно, вряд ли мы его увидим, да, в исполнении Fnatic или Virtus.pro. Эти команды друг друга знают, как облупленные. Вот, собственно, кто смотрел, не знаю, там, видеоблог Fnatic, они там передавали привет своему самому большому фанату НСу. Серьезно, рекомендую посмотреть на Fnatic TV канале на YouTube. Там есть что посмотреть. Не, ну я думаю, судя по этой фразе, там действительно уже как минимум есть что посмотреть. Так, ну и команды, по сути-то, готовы, все готовы. И сейчас не готов только Вилат. С минуты на минуту будем уже начинать. Да-да-да, вот, буквально. Еще чуть-чуть, вот, давай. Еще чуть-чуть, ребятки, еще чуть-чуть. А ну-ка. А ну-ка, покажи Вилат, уровень. Давай. Да, вот. Есть же ж. Красава. Да, думаешь? Красава, Вован. Хорошо, ладно, все, поехали. Мы готовы, ребят, все, мы попросим Матрикса, чтобы он прочекал, что к чему у нас в Dota TV, как будет звук в Dota TV, ну и будем надеяться, что все будет. Так, ну, в принципе-то, тут осталось буквально действительно пару, да, минут. Да, собственно, будем начинать. One Min, я пишу. Все. Мы, стадия нашей готовности практически 100%, ровно через одну минуту начнется игра. Но для начала я бы хотел по часовой, наверное, стрелке представить участников этого финала Винеров. Нас с Каспером представлять нет смысла, потому что, ну, что нас представлять-то? Мы такие себе. Нафиг никому не интересные и не нужные. Поэтому начну я с человека, который сидит немного левее нас. Он не понимает, что мы сейчас его представляем. Он просто такой сидит себе.
он там что-то там рассказывает, у него там свой эфир идет. Тихо сам с собой он ведет, да, беседу. Да, всегда сам с собой он общается, ему там очень... Он вообще не понимает, что тут происходит, как бы, да. Но в любом случае он комментирует StarLadder очень-очень давно. Второй раз он здесь, в Киеве, ему очень нравится эта страна. И я очень хочу, чтобы вы сейчас поаплодировали и поприветствовали лучшего англоязычного и, наверное, лучшего вообще комментатора в мире, который прямо сейчас комментирует, Тоби Ван! Он был шокирован немножечко, да. Я думаю, уже кто-то там принтскрин успел нажать во время стрима. Сейчас пойдут фотожабы. Все как положено. Ну что, он будет комментировать этот матч на английском языке, мы для вас его будем комментировать на языке русском. Также у нас в интернете, если вы, конечно, очень любите, например, латиноамериканский футбол, либо испанский футбол, то я вам рекомендую зайти на канал Antena Dota, наши испанские коллеги, которые комментируют Доту. Там такой эпик. Мы с Каспером просто нагло и нервно курим в сторонке. Там ребята настолько орут и разрывают эфир, что... Прям во время фарма у них это получается делать. Да, вот стоит чувак, фармит на лайне, а ты понимаешь, что там происходит что-то супер эпичное. И там такой нереальный крик. Поэтому на испанском языке нас можно послушать, на немецком языке, опять-таки, конечно же, на английском, на вьетнамском, на китайском, на каком угодно. Ну, это StarLadder. Ладно, игра у нас, в принципе, уже готова, поэтому осталось, как я пообещал, по часовой стрелке представить участников непосредственных этого матча, а не только тех, кто, собственно, будет освещать. На левой части сцены бронзовые призеры прошлого сезона Star серии и... Ребята, которые в регулярном сезоне этого, вот, собственно, пятого сезона заняли у нас место второе. Парни, которые в первом раунде проиграли Virtus.pro, потом выиграли у Empire. Прошу любить и жаловать. Ваши громогласные аплодисменты. Команда Fnatic! Да, как-то неплохо, неплохо. Ну, нормально, слушать. Нормально. Но сейчас мне интересно, как люди будут реагировать на ту команду, которая сейчас у нас на экране. Это... Команда, которая за последнее время смогла набрать весьма-весьма неплохую форму. Они заняли первое место на дифенсе, насколько я помню, последнего сезона. И сейчас у них есть действительно неплохие шансы, несмотря на то, что совсем недавно был изменен состав, поменяли одного из игроков. Но в любом случае, команда достаточно сильна. И это... Что это за команда? Что это за команда? Это ребята, которые заняли пятое место в третьем сезоне, четвертое место в четвертом сезоне. И сейчас они очень хотят занять только одно место. Конечно же, первое. Прошу любить и жаловать. Ваши аплодисменты. Virtus.pro! Жалобы НС теперь, думаю, будут неуместны. Он вчера говорил, что публика голосует больше за иностранцев. Типа, что за фигня вообще происходит? Нас не любят. Да, говорит, что происходит? Не, причем он говорил не конкретно там за их матч, а вот вообще. То есть и когда играли в Fnatic там против Империи и... Я думаю, в общем, вы поняли. Ну, был у нас тут такой себе, скажем так, феноменчик, да, когда за No Tide Hunter немножко погромче болели. Немножечко? Чем, немножечко, процентов на 90, да. Болели погромче, чем за, собственно, их соперников. Ну, это No Tide Hunter, собственно, надо разобраться еще, почему это было именно так. Ну, а если мы будем говорить о Virtus.pro, вот в интервью Лода вчера выразил одну очень-очень крутую мысль. Что команда находится сейчас в букетно-цветочном периоде. То есть это когда приходит новый человек в команду, и они... И все так классно. Да, и они показывают результаты. У них типа, пацаны, мы такие жесткие, мы сейчас всех просто завалим, просто мы всех победим. А потом начинается, ты что, посуду не помыл? Да, мусор да, не да, вынес, да, вот. Да, 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 да. И вот это вот, типа, голова болит, там, да, я не приду на тренировку. То есть пока у Virtus.pro этого нету. И это очень даже хорошо. Ну, посмотрим, как будет дальше. Да, у нас, я так понимаю, все идеально сейчас в Dota TV, все идеально в зале, все идеально везде. Будем надеяться, что все так и останется. Я даже не буду мышку трогать всю трансляцию. Просто, вот просто будет... она будет по центру карты, как хотите, и мы будем видеть, кто кого убивает. На миникарте для начала. Да, на миникарте. Можно смотреть спокойно Доту на миникарте. Кстати, изич. Почему бы и нет? Это будет, знаешь, одна из тех видов компьютерных игр, там, где такие полупошаговые... Там удар в пояс, удар в грудь. Ну, все как эти комбат-армсы. Да. Ну, вот это всякая такая фигня. Супер интересные. И у нас вот примерно то же самое будет происходить. Там зеленый напал на красного и так далее. Всех убил. Ладно, по банам. Висп
извините, Ио, Нюкс, Лишрак и Джакиру отправляются в бан от Фнатик. Вот у Virtus.pro мне очень нравятся баны. Посмотри, такие достаточно необычные. Ну, Чен, понятно, Чен очень силен. Мы это говорили еще и вчера. Такое впечатление, что они играют против No Tide Hunter, судя по банам, да? Походу, не, они играют, смотри, против No Tail. Ну, они забанили сейчас Адмирала Бульдога, да? Не, ну да, No Tail, Trixie. Кто у нас там еще играет? Все, No Tail и Trixie. Вот, собственно, они только играют этими героями. Вот, собственно, побанили. Ты понимаешь, что из Trixie вообще играть не на ком? Из 5 банов 4 бана Hardline. Да, 4 бана Trixie. Ну, можно и так сказать. Поэтому Trixie сейчас сидит в сторонке, самый-самый дальний от капитана команды Fly, и думает, ах вы, и просто вот так вот вывалил. Ах вы, говорит, я вас сейчас просто на ком-то накараю. Виндранер там еще все-таки осталось, да? Керри Винга какая-нибудь. Керри Винга, да. Почему бы и Bristol нет. Бристл Бэк. Кстати, или Тимберсона сложный. Сложный. Вообще изи заезжает Тимберсон. Я не понимаю, почему недооценивают. Я тоже не понимаю. Не, ну на самом деле при определенных обстоятельствах какую-то в комбину его можно воткнуть. Да, на изи. У него замедление вообще очень серьезное, вот опять же, с ульты, и ДПС очень хороший. Ну, проблема в том, что все герои успевают разбежаться, пока эта фиговина залетает. Да, да, да. Что, у команды Virtus.pro есть уже в пике их, скажем так, герой, по которому эту команду узнавали очень долгое время, да? То есть это Найкс. А в то же время у них имеется герой, который 100% пойдет в сложную, и имеется герой, который может пойти в лес, а может пойти в мид. Но, зная опять-таки ВП, скорее всего, это будет все-таки Crazy в миде на Бэтрайдере. Очень может быть. Я тоже почему-то так думаю. Но в любом случае, командам виднее, и от последних двух пиков будет зависеть, в принципе, все. Опять же, Рубик не... Неожиданно, скажем так, достаточно, да, обычный не... пик. Ну, остался еще один суппорт, собственно, NS и Smile, два суппорта надо добрать, это, я думаю, понятно. А вот Fnatic, могут удивлять. Да, и вот сейчас Герокоптер Бэйн, тут тоже все. Я вижу, на чем ясно думает Fly, и это Лина. Это хороший суппорт, очень хороший суппорт. Залог уже понял, что они проиграли, что нас посмотрел, типа, ну, я не виноват, что они так плохо пикнули. Может, ну, может, у них шапка на Лину есть? Шапка на Лину? Да. Я не знаю, есть ли шапка. Надо на повыпендриваться, Лину. Может быть, я не знаю. Да, вот прямо на лан-финалах StarLadder надо повыпендриваться тем, что у тебя есть шапка на Лину за 14.99, да? За 34.99. Да. Громадные деньги, 34.99. Знаешь, некоторые компьютерные игры, над которыми работали пару лет, только стоят меньше, да. Вот. Да, вот ты и купил, то и меньше. Ты купил за 2.74 вчера? Да, Battlefield вот, вообще на шару просто. А я не купил. Мне сказал Steam, тебе нельзя. Почему? А я вообще на изичах, опять же, вчера нажал кнопку купить. Не буду купил. Я в него играть, все. Steam меня подвел. Минута! Минута у НС, скорее всего, для того, чтобы выбрать героя для Смайла. И я не вижу, над чем думает НС отсюда, потому что НС не прокликивает героя. Он, да, он вот всегда я замечал, причем вчерашний вот день вижу, точно вижу, так же. Я вижу, что это будет. Неужели это будет самый неожиданный пик вообще? Мистер Гэндальф или нет? Или нет. Ну, сейчас посмотрим. Конечно, мне также интересно еще, что Фнатики сделают с линиями. То есть они сейчас, в принципе, могут Фнатика взять... Фнатика в некого в сложную ставить. Они могут... Не, пак сложный стоит очень просто. Вот в том-то и дело, что либо они сейчас отправляют там пака в мид и берут героя сложного. Пак, либо... мид, No Tail, мы... Магнус. Вот. То есть ты понимаешь, да? Нормально. Ну, забыли мы про этого героя. Но да, на самом деле у Фнатиков при всем при этом сейчас вырисовывается... Очень неплохая связка Магнус, Герокоптер, Пак, да, которые могут не отпустить. Да и Лина, ко всему прочему, там тоже будет неплохо себя показывать. У команды Virtus.pro, как обычно, Бэтрайдер плюс Лайфстиллер. Если они сейчас затащат, то игра за ВП. Если же нет, боюсь, не смогут они противостоять такой сильной, ну, контре. Посмотрим. Видим, что 5 юнит там летали, собственно, от Лекса, от менеджера команды Virtus.pro, который уже здесь. Можно потроллить Лекса немного. Он не верил просто, что Virtus.pro так далеко дойдут, поэтому он не приехал. Тут дошли, такой, ладно, приеду. Придется, да. А то что же это так? Что же это такое происходит? Итак, нули на табло. Первая игра Best of 3 встречи финала нижней сетки 5-го сезона Star серии начинается прямо сейчас. Virtus.pro против Fnatic. Знаковая битва. Ребята друг друга знают лучше всех.
посмотрим, как пойдут дела. Ну, битва, что? Опять же, одна из таких принципиальных, потому что они уже кучу раз сталкивались и... Кстати, судя по статистике, я могу, конечно, ошибаться, но где-то я читал, что, по-моему, 6 серий подряд Virtus.pro Fnatic выиграли. То есть Fnatic и УВП выигрывали довольно давно. Где-то то ли 5, то ли 6 серий подряд Fnatic не могут выиграть УВП. То есть соперник неудобный для Fnatic. Ну вот сейчас и посмотрим, с чем это было связано в первую очередь. Я думаю, по первой игре можно будет судить, то есть где была проблема, на стадии пика банов или же непосредственно во время матча. Да. Пока что вроде у Fnatic все хорошо, но посмотрим, как они будут исполнять свои роли. Кстати, кто у Fnatic на Магнусе играет? Хани, я так понимаю, да? Нет, Трикси играет на Магнусе. А, Трикси играет на Магнусе. Магнус с Лотаром. Магнус с Лотаром. Да, мы это обсуждали уже, Магнус с Лотаром, Трикси. 37 героев покупает Лотар, у него в автозакупке, знаете, вот здесь вот есть автозакупка. И вот больше ничего нельзя купить, вот просто постепенно. Suggested пока... items. У него есть только тапок и Лотар. И Лотар, а там все что угодно купить, можно, да, собирать, но Лотар типа must have. А, ну да, то есть до Лотара и все артефакты нельзя. Собираются с Лотара. Да, именно так. Начиная. Ну ладно, начинается игра. Причем очень-очень долго, пока размышляли Fnatic, я заметил, что Магнус то оставался в центре, то уходил на ботом, то опять возвращался. И в результате мы видим, что вот как распределились у нас сейчас роли. Видим, что NoTail стоит в центре против Crazy. И видим, что на топе у нас непосредственно фармит Герокоптер Эра и внизу Иллидан. Вроде все закономерно. Но... И Трикси вот начинает тузить Энесса. Так, уйди сюда вообще. Причем НСу как-то не вариант с ним воевать, потому что у НСа один брони, а у Трикси 4. Да, ну, собственно, еще мы видим, что тапок имеется у Трикси, так что в любом случае НС вряд ли, даже если зацепи что-либо сможет сделать, собственно, этому Магнусу, у которого есть тапок, у которого есть кьюри, ему однозначно ничего не сделаешь. Вот Ванды просто уезжает, и опять то же самое, что вчера, ловит НС, проблема огромная у Трикси, грызет его Иллидан, и НС начинает избивать Трикси, еще два удара по Трикси, не пошел Иллидан. Да, даже если бы пошел, тапок, там, тапок. Надо было бы, да, два удара делать, он мог, например, сейчас как-то благодаря супер механике Dota 2 раз его укусить, но дэмэджа просто не хватило. Там 62 урона, и опять же вот эти 4 брони у Магнуса, это 20% блока физического дэмэджа. То есть там как раз вот эти его 50 чем-то хп, этого бы хватило для того, чтобы выжить. Да, но в любом случае намекнули уже здесь НС вместе с Иллиданом своему оппоненту, что здесь будет Трикс не весь. Ну вот видишь, научились против Скьюера действовать, ловят его непосредственно после того, как только-только он начал ехать. И это достаточно грамотно. Ну, и мы видели работает, это, кстати, работает. Вчера, по-моему, дважды или трижды, как раз против No Tide Hunter делали это ребята из Virtus.pro. Ну, получалось. Да, а Fnatic втроем сейчас на топе начинают грызть вышечку. Глиф фортификации. Ну, я думаю, все равно никто им там помешать толком не сможет. Да, тем более, следующая пачка крипов, вот она уже на подходе. Еще 4 крипа, и первый тавер, скорее всего, Fnatic здесь заберут без сопротивления со стороны российской команды. Ну, я вот тут смотрю сейчас NoTail против Crazy. Напрягает его, кстати, неплохо. Опа! Пришел крип с Айншеллом. Знак. Кси вернулся на линию. Левел 2 немножко все-таки рановато, я считаю. Но хотя, учитывая, что у тебя забрали уже Т1 Тауэр, в принципе, можно без проблем идти на линию к... Ага. Ну, к трипле, скажем. Уже не убьют. Ну, ДС он и в лесу может постоять, скажем так, поэтому можно, я думаю, особо не комплексовать и отправляться в лес. Ну, в принципе, в да, почему бы и нет. Тут вариантов может быть довольно много. Кстати, заметь, с каким никнеймом играет на сегодня Смайл. Был он Гжегош Смайлевич. Сережка. Сейчас он Virtus.pro. Сережка. Серейка. Сережа. Сережа молодец, будем мы его называть, не знаю. Пока они тут с НСом занимаются вещами. Ну да, у них тут всегда есть своя интересная дота и так далее. Всем, кто редко нас смотрит, напоминаем, что иногда мы можем с Каспером нести какую-то откровенную ересь, потому что мы не можем рассказывать, кто куда идет и зачем, и кто куда поставил вард, и где кто куда фармит, и кто купил на Магнусе Лотарда. Да, там Дагер на третьей минуте, например, или еще что-то в этом духе. У Найкса, например. Почему бы и нет, слушай. Почему бы и нет, а ты представляешь, кстати, какой шок был бы у тебя, если бы ты видел Дагер у Найкса на третьей минуте? Да я бы даже вот здесь на месте комментатора ливнул бы, не говоря уже про команды. Дагер у Найкса, все нормально. Не, ну что угодно может быть. Посмотрим. Игра будет, скажем вам сразу, что если вы включили сегодня свои приемники для того, чтобы увидеть супер-мега-экшен, где на 35-й минуте счет будет там 62-39, то вы не туда попали, вам надо в матчмейкинг, там можете наклепать такой счет. Здесь будет все очень-очень спокойно, осторожно. Это факт. Так, НС нашел Трикси, уронил его. Ну, тут НС пытался своровать руну, и все правильно он делал, он, скорее всего, даже украл бы эту руну у Трикси.
может быть, но не получилось мне до конца это сделать. Да, да, да. Веточка лежит. Опа, слип на Хани. Сейчас будет сайленс от Ноутейла. Здесь же Трикси. Шоквейв пытается улететь. Крейзи Фарсблад делают фнатики. И ведь почти на самых бдылях уже мог уйти Бутрайдер, но Лина еще оказалась недалеко, успела назадуть. Объясни, пожалуйста, таким необразованным людям, что за слово бадыль? Что значит слово, да, на самых бдылях? Это мало. А, бадыли-то мало? Бадыли-то мало. Я понял. В каких словарях? Очень мало. А, очень мало, я понял. То есть, а что больше, бадыль или крапаль? Или чуток? Нет, я думаю, бадыли-то меньше всего. Я понял. А писечка тогда что? Это что-то между бадылем и крапалем. Я понял. Где-то так. Я понял, хорошо. А то у нас тут свои иногда сравнительные. Эти, так, что-то у Ноутейла какие-то проблемы. Попросим техника подойти на... Подойти на... На сцену. А не Ноутейла, у Флая я вижу проблемы. Кстати, вот этот центральный компьютер, он постоянно... У нас уже не один день, кстати. Что-то он там не дружит. Да, да, да. Подойдите кто-то, помогите. Может быть, краш доты обычный, что уже вчера такой у нас... Вот, говорят, свет еще выключить. Да, да, наверное, мы все-таки вот сейчас, как стартанет игра, мы попросим также здесь немножечко приглушить свет на команды. Немножечко ребятам неуютно. Ну, на всех, кроме НСок. На всех, кроме НСок, чтобы на НСок, знаешь, такое было свечение. Та-дам! И Орел. Как Брюс Олмайти, да-да-да, и Орел. Нимб, все дела. Ну, перезаходит наш Rare Connect, собственно, капитан команды Fnatic в игру. Мы видим смайла с НСом на ваших экранах. Но Смайлуха, смотри, напряженный, он что-то рассказывает сейчас своим тиммейтам. Говорит, пацаны, куда вечером идем? Короче, есть... Главное, чтобы шли они отдыхать перед гранд-финалом, а не для них. А куда именно, это уже не важно, да? Ну, НС вот как раз-таки, видно было, немножко нехорошо себя чувствует. Он говорил, что чуть-чуть приболел. Диско-диско. Диско-диско. Ну что, мы продолжаем. Да, НС просит свет, напоминает еще раз, сейчас тут как раз по свету вопрос решается. Ну что, мы тут не особо специалисты в этой всей аппаратуре, мы не знаем, как она работает. Я думаю, можно... Но кто-то по той стороне провода знает. Я думаю, можно нанять специализированных школьников с рогатками, например, для того, чтобы решать этот вопрос. И еще специализированных электриков, которые потом будут опять вкручивать, да? Будут вкручивать все эти лампы, да, действительно. Все, я понял, все как положено. О! 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 И, наверное, и экран сразу видно лучше, да? Это, кстати, гениальное решение, не светить на полотно. Видишь, у нас все-таки тогда на камерах хуже видно игроков. Это есть такая тема. У нас сейчас как раз пытались поймать Трикси на ботом-лейне, но он успел уехать быстрее, чем его поднять НС собирался. И вроде как обошлось без фрага. Ну что, ждем дальше. Ждем дальше экшена, собственно, от одной или от второй команды. Посмотрим, как. Как, собственно, будут Virtus.pro гангировать. Ну что, мы уже видели, да, резкий выпад от команды Fnatic Media, который, собственно, удачным казался. Посмотрим, чем ответят ВП. Седьмая минута уже игры. Погоня тем временем за Руной. Так, есть DreamCoin сейчас. Крейзи. Крейзи мансует. Залетает в него еще тот... Ой, проблема главная у Крейзи. Станов не попадает здесь, Лина, но все равно есть фраг. Да, было вот zero. И причем понимаешь, что руну тоже ведь заберет сейчас Ноутейл. Это самое главное. Потому что сейчас он будет способен пойти еще там на какую-нибудь другую линию помочь. Опять попытка цепануть Трикси. Опять неудачная, но НС поднимает его. Или Дан будет за тавром грызть. Нет. ТП. А, и вот ТП это может сейчас очень сильно зарешать. Вот он этот Ноутейл. Вот оно на хосте. Есть Сайленс. Начинает нарезать НС. А НС очень сильно проседает. Ноутейл опять же, но на хосте не угнаться за ним. И скорее всего... Есть еще один фраг. Да. Ну, слушай, а Иллидана не закатит ли? Не, там Иллидан не по зубам. Он в Айншеле еще в этом. И опять же, 1000 хп, ее пак при всем своем желании эту 1000 будет сбивать полдня. Три фрага уже создан, собственно, создал Ноутейл. А два сделал он самолично, в одном ассистировал, собственно, и First Blood. 3-0. Фнатик. Ну и можно, наверное, смело сказать, что пак у Бетрайдера мид выиграл. И выиграл причем салат. Не, причем не то, что пак выиграл именно у Бетрайдера, сколько команда Фнатик выиграла, да, у Бетрайдера. Да. Потому что всегда какая-то помощь была со стороны тиммейтов у Ноутейла. И это, конечно, очень правильно. Вот у ВП, например, такого мы не могли видеть. Там постоянно НС караулил на ботом лейне то, чтобы Магнус не получал уровень, там, как фармил и так далее. И опять вот тишина это. Что там, кстати, Эра? Ну, Эра, кстати, нормальный билд себе наконец-то выбрал. Человеческий билд. Мелода билда, да? Потому что
Так, у нас, видишь, тут происходит довольно веселое. Крейзи пытается палить сейчас Флая. Флая сталкивает. Тут же Иллидан заходит. Как больно. Но еще буквально 2000 нет. Уносит Флая. Подгорел. Маны Иллидану залили. Иллидан опять готов воевать. Правда, пока что кулдауны особо не побыкуешь. Нужно быть очень осторожным Фнатиком, потому что Иллидан товарищ такой может и навешать. Ну вот, наконец-то, впервые реализован у нас Бэтрайдер, и будем наблюдать дальше, как Virtus.pro будет пытаться реализовывать этого чудо-героя. Чудо-героя. Чудо-герой. Чудо-герой. Не, Бэтрайдер хороший вообще персонаж, не зря он постоянно сидит в пиках, в банах, не забывает про него практически никогда, и это действительно правильно, потому что очень мобильный. Смотри, что у Флая уже имеется. Очень кстати, да, кстати, и у Fly это самое интересное, то, что до шестого тоже осталось не так много, и вскоре, я думаю, можно будет ожидать от Лины каких-то невероятных врывов, потому что у Лины что? Правильно, кулдаун 70 секунд на ульте. Это дэмэджа... очень мало, да, кулдаун, и дэмэдж очень большой. Конечно, можно гангать реально по кулдауну, заходить там на топ, на мид, на ботом лейн, куда угодно, и практически в каждой драке вывозить хотя бы один минус. Тем более там всякие НС и котлы, то есть у них ХП не так уж и много. Там 700 ХП у НС, 625 вообще у котла. И, соответственно, им будет очень сложно переживать Лину. Проблемы в миде. Варсайд по таврам и все-таки убивает здесь прям по таврам. Крейзи. Я думал, уйдет он, потому что он был в инвизе. Но, как внезапно оказалось, у Пнатиком нашелся вард. Но это еще не все. Ноутейл. Бежать от Кси. Кси начинает колоть его. Ноутейл улетает прям к НСу в руки, что ли? Нет. Ноутейл все-таки умирает от НСа. Даже, кстати, не от НСа. А, поделили они его. Его приговорил вот этот рейнджед крип. Ага. С 25 урона. Ну так правильно. Нормасик. Ибо нефиг, да, летать. Да. Тут разбегались тут у нас всякие. 4-2. Фнатик впереди. 10 минут игры уже прошло. Как-то очень быстро та игра пошла. Да, и смотри, Иллидана внизу Иллидана кусают. Вот щекочет его сейчас Бэйн. Сразу же стан. И ультлины по тауру везли. Вот, собственно говоря, фраг. И вот он Флай. Первый ульт реализован. Да. Вот то как раз, о чем ты говорил буквально минуту назад, что Лина, маленький кулдаун, куча дэмэджа, ультимейт, что левел ранний. И аркантапки это уже да, нереальная проблема для команды. Она с этими аркантапками реально сейчас пробежалась туда-сюда. Как раз вот пока у нее еще один кулдаун пройдет, также проходит кулдаун на ульте. Ну у нее в каждой драке есть ульт, правильно? Да. Единственная, конечно, может быть проблема, это недостаток мана регена. Но это решается там какими-нибудь зомби маски всякие. Там, да, там, не знаю, Void Stone, действительно аркантапки. Так что там у аркантапков кулдаун чуть ли не больше, чем у ульталины. Так что... Это да, есть такая тема. В любом случае, отличное начало от капитана команды Fnatic, который играет, собственно, на линии 1-1-2, уже у него стат, очень активно действует самая Лина, да, конечно, это умирал он уже в миде, но там, собственно, я думаю, любой бы герой умер, которого зацепили бы. Да, там был вообще без вариантов. Лассо, скажем так. Залассосировал. Залассосировал, да. Ну и что там? Знаешь, вот, собственно, Бэтрайдер, который, да, мы видим очень часто Бэтрайдеров, даже которые лесные, и вот Бэтрайдер, понятно. Вот, смотри, опять поймали, опять Silence, Brains Up и Лина. Вот это больно. Это был one shot, one kill. Лайфстиллер тем временем здесь грыз Трикси вместе с НСом, поэтому, по сути, размен на карте 1-1 получился. А Смайл там задул хорошо по троим, но у Смайла был... 6-й левел, то есть он даже не до конца, к тому же и натянул свой иллюминейт. Он продамажил троих, но все равно зацепить не смогли, потому что моментально тут же Бэйн бросил там слип на Кси, который догонял. Смотри, что происходит. Хани с Флайм заходят за спину сейчас. Как это больно. И опять-таки суппорты команды Fnatic просто без шансов переигрывать суппортов команды Virtus.pro. Ты понимаешь, что есть... в драке вот 1 на 1, ну или 2 на 2, если брать суппортов, то Бэйн и Лина в разы будут сильнее, чем какой-то там Рубик и Котел. Вот ну да, понятно. Не, ну мы всегда забываем, что герой Котел и у него есть очень хороший скилл, да? Который называется «Окей, пацаны, заходите на хайграунд». Так в том-то и дело, что он предназначен для другого. Вот в драках конкретно, в замесах, он проигрывает на той стадии, на которой сейчас эти драки проходят. Но у нас смотри, котел, да, значит, стоит, он что-то накручивает, эти 5 секунд пока проходят, да, он выдает кучу дэмэджа, но за эти 5 секунд команда может умереть. В частности, и котел, собственно говоря.
команда соперника тоже убежать может. В принципе, будет это все абсолютно. Да, да. Тут по обстоятельствам. Вот помнишь, был у нас прекрасный момент, когда котел сделал трипл килл иллюминейтом, но там был шейкер, там был еще была куча там станов. Там все стянулись. Да, всех их стянули, там фиссуркой сверху прикрыли. Так, подожди, не флай ли это был как раз? На, собственно, я вот, собственно, котле. И не помню. Но момент был хороший. Это я вот точно запомнил. Момент был просто царский. И... То, что надо. Кстати, да, ребят, да. На нашем YouTube-канале, то начиная с этого стволан-финала, появляются хайлайты, причем очень быстро. Да, потихонечку-полегонечку. Если вы зайдете на наш YouTube-канал, вы уже моменты. Увидите несколько хайлайтов с этих лан-финалов. Напомню, youtube.com/dotaSLTV. Там же интервью, там же и воды, там, собственно, и все. Мидя, драка, Нутейл, едва живой Нутейл, уходит, выхиливается Нутейл. Неужели убежит? Смотри, наяривает так неплохо, и есть у нее все шансы для того, чтобы убежать. Бэйн в это время на топе забирает Иллидана вместе со своими двумя тиммейтами. Это опять же Флай, опять же со своей ультой, да. Слушай, смотри, что происходит. И Хани-то побежал дальше в атаку. Хани, Слип бросает Кси, здесь же Крейзи. Проблемы у Флая. Флай, скорее всего, здесь убьют. Флай, да, умирает, но Тейл пришел в драку. Тут Фнатики очень сильно заигрались, да, и да, они да, сейчас да, могут да. подфидить очень плотно. Они должны здесь подфидить, хотя побоялись Эру. Хани живет, стенку поставил Кси. Здесь Энес каким-то чудом оказался. Оу, Магнус, что ты? Что вообще происходит здесь? Воу-воу, Магнус, полегче. Проблемы у Сережки. Проблемы серьезные здесь у Смайла, но не пошел до конца. Но в итоге 2-2. А, что в драке было не так? Было все хорошо у Фнатиков. Они убивают Иллидана, и потом почему-то... Не имея, собственно, финсгриппа, не имея ульта Лины, они идут вот сюда на перерез трем героям команде Virtus.pro. Зачем это было сделано, я это не это называется на это... кураже. Да, на кураже. Вот просто видим врага, не видим препятствий. На кураже воевать. Можно минус 5 просто в лицо получить и все. Да, да. И вот. На этом дота закончится. Причем, если в КС на кураже как раз-таки можно еще и кого-то загасить лишнего, то в доте действительно, кураж не кураж, а без скиллов вам люлей навешивают. Это определенно так. Кстати, напомню вам, что... Ой, проблемы Флай, в миде вгрызается в него Иллидан. Здесь же и НС помогает, собственно, ворованным. Ворованным с упака Иллюзери арбом. И это уже 6-й фраг Virtus.pro. Так вот, мне интересно, перед каждым матчем мы обычно с тобой сверяемся с eGamingBets.com. Какие коэффициенты были на этот матч? Давайте. Ну вот я сейчас как раз-таки, наверное, именно этим и займусь, да. Посмотрю. Как букмекеры оценивали... Ой-ой-ой, что-то только у меня или у всех? У всех. У всех зависла дота. Где вообще дота? Абсолютно у всех connection problem. Будем так, надеяться ненадолго. Еще. Будем надеяться, сразу будет пауза. Это не интернет. Да, вот у нас пауза. Так, и вот, собственно говоря, коэффициенты Virtus.pro и Fnatic. На Virtus.pro 1.5. 1.5 на Virtus.pro и 2.2 на Fnatic? Ого! Вот так вот. Это учитывая, что Fnatic, ну интересно, ну они проиграли ВП. Да, да, продолжается у нас тут игра. Так что видите, что букмекеры считали явными фаворитами в этом матче именно команду из России. Нет, так у них еще есть все шансы для того, чтобы победить. Тут вообще у всех команд есть шансы. Да, тут реально. И Fnatic еще ничего толком не показывали. Конечно, у них суппорты хорошо бегают, но это еще не победа. И, собственно говоря, у команды Virtus.pro есть сильная комба. Опять же, это Бетрайдер Найкс, которую ну, видишь, пока нельзя реализовать. Дважды умирал. Это может быть плохо. Ну, там много у Бетрайдера нет даггера, тоже плохо. Вот, вот. У Бетрайдера нет даггера, это во-первых. А во-вторых, действительно, пока Найкс будет в одиночку где-то там лазить, это ничего хорошего не принесет. Но ему-то надо где-то фармить, правильно? А команда должна где-то тоже получать там экспу, деньги, там... В общем, тоже должны заниматься своими делами. А... Вот тут и смотри, что мы наблюдаем. Вот такой вот есть расклад. Да-да-да, это вообще какой-то хитрый расклад. Довольно он интересен. Итак, 17-я минута, 9 на 6. По-прежнему Virtus.pro впереди. Смотрим графики. Вот график по деньгам выглядит вот так. Озвучивать я не буду опять-таки. Но и график по XP выглядит вот так. Ну, вы все прекрасно видите сами. Короче, можно сказать, что разница в принципе отсутствует. Да, да, игра ровная. Игра очень ровная. То есть три фрага, сделанных опять-таки в early game, они не всегда решают. Цепляет у нас Кси, Финс Грип. Флай тут же дает ультимейт стан минус Кси. Опять-таки. Ухоу, тут Флаю под юбку задули, неплохо таки. Причем очень серьезно, на топе Ноутейл, траблы грызут его, Ноутейл умирает, скорее всего, просто без шансов от Иллидана, Ноутейл. Фейл ТП.
Да, немножко запаниковал в этом моменте Ноутейл. То ли не успел нажать Блинк Даггер, то ли еще что-то там в духе. Так вот, просто прилетел и умер. Возвращаясь к противостоянию в Early Game, да, что у нас есть кэрри, который будет разбираться потом, да, и есть суппорты, которые должны играть в начале игры, да. Мы смотрим на Бэйна и видим у него стат 3-0-5. И Лина 2-5, то есть они участвовали во всех фрагах практически. Да, да, так без них бы этих фрагов и не было, в общем. Да. Там Финс Грип или Слип, под этот Слип Лина подходит, закидывает туда, соответственно, стан, Драгонслейв и Лагуна Блейд. И до свидания. Пиу. Так там реально просто пиу. Вот главный прикол в том, что Эра имеет очень полезный артефакт, вот этот вот фиолетовый, и, соответственно, реализовать его тоже не помешало. Ну, видишь, опять-таки, это не что-то там внезапное такое или что-то типа того, поэтому... Ну, шокировать вряд ли кто-либо сможет и как-то слишком много пользы не принесет команде Fnatic. Но главное, что фарм-то идет. Фарм-то идет у него намного лучше. Мы видим это, чем у Иллидана. Ну, Иллидан прекрасно тоже ощущает. Он дважды умирал. Он менял линию несколько раз. Это, конечно, плохо. Да, у него есть фраги, но... Ну, два фрага, две смерти, два ассиста. Не так, как, конечно, хотелось бы Иллидану. Не привык он умирать. Да не, в любом случае, когда у Бэтрайдера будет Даггер, когда Иллидан будет хорошо врываться, опять же, вместе с этим Бэтрайдером на Герокоптера, Герокоптер будет отъезжать моментально, если, конечно, не будет рядом Магнуса и Бэйна. Потому что только Магнус и Бэйн могут помешать Нексус сожрать Герокоптера. Вот в чем дело. Ну, во-первых, это, в принципе, очень-то даже много, как бы, героев, да? То есть у нас есть два скилла у команды Fnatic, которые, собственно, могут остановить Найкса в рейдже. Это очень много. Это дофига, действительно. Там, причем один из них еще и АОЕшный, так что можно там и кого-то другого еще зацепить под горячую руку. То конечно, есть... Бэйн, я думаю, вот у него есть сейчас квест, это ловить Найкса, не давать ему да, бить да, понятно, да. Ну, потом просто у нас бывают пики, да, как, например, там пару дней назад, что там единственный стан вообще, единственный дизейбл у команды, там ракета Герокоптера. А здесь это как раз так. Таки в Фнатике, кажется, играли тогда. Они Empire? Вот как раз тогда играли против Герокоптера, до которого было нечем добежать. А, ну да. То есть там не было вообще никакого контроля. Ну что, наблюдаем дальше за игрой. 10-7, счет, 20-я минута игры. Впереди все еще Фнатики пока. Ну и посмотрим, что будет делать в бета. Так, Иллидан увидел Ноутейла, сразу же рейдж бежать. Ну, кстати, довольно такой был скользкий момент, скажем так. Могли бы как бы и зацепить. Да, могли бы зацепить. Недалеко был Хани. Но не получилось как-то сделать. Продолжаем наблюдать за игрой. 20 минут уже первого матча у нас прошло. И по-прежнему пока какого-то громадного преимущества ни одной из команд нет. Ну, не громадного, а определяющего преимущества, скажем так. То есть игра идет ровная. И опять-таки все решится, я думаю, в одной-двух драках. Или если кто-то начнет делать много лишних ошибок. Да, и вот сейчас, возможно, мы как раз будем свидетелями одной из таких драк. Мы видим, Virtus.pro весьма агрессивно действует. И уже вплотную подобрался Иллидан к Тир-2 Тауру. Мы видим, пока Фнатики не собираются вроде особо залетать. Боятся. Одни других боятся. Одни понятно. Другие так, боятся, да, Трикси. Есть АП. Трикси увозят. Он успеет уехать. Здесь же Иллидан. Трикси грызут. Трикси успел утонуть. Нет, не успел Трикси. Иллидан, ты смотри, Иллидан пошел еще кого-то кушать, но Эра входит Лотар. Ноутейл на двоих, хорошо, там есть байбек. Крейзи получает одну ракету, стенку ставит там Кси, ультимейт залетел, Кси умирает. Размен 1-1, байбек был, здесь ультимейт Иллидана. Иллидана будет пытаться расстрелять, Иллидан грызет Трикси. Там ракетки, посмотри, как ДПС от эти ракетки, но котел отлично задувает и в результате забирает одного из игроков команды Фнатика. А тут Ноутейл. Наверное, не уйдет. Еще и коню в пакет на голову одели. На. И Герокоптер умирает, НС! НС! Доминейтинг НС просто. Вот просто НС доминирует. НС просто прилетает, дает шоквейв и даггераут оттуда. 4-4, учитывая байбек, который был. Вот за это мы и любим дотку. 4-4 драки или как в матче No Tide Hunter против Illuminate. Помнишь, 5-5. Я помню... А, ну там был вообще нереальный замес. Действительно, там было Rampage и минус 10. Вот это было просто... Просто умерли все. Все поумирали. И где-то там секунд 30 все сидели, общались в чате, там переписывались. Весело. Ну, а чем вообще заниматься? Крипы дерутся все в таверне, почему и нет? Нормальная была такая ситуация. Ну и 11-14. Опять-таки,
три фрага разница сохранилась, но в прошлой драке что получилось? Были байбеки у Фнатика, что могло отразиться на финансовой немножко ситуации, но вот мы видим. Ну пока еще... Ну вот посмотришь графики, думаешь, ну ё-моё, 23-я минута игры. Ноль. Вот просто ноль. Да, неплохо. Ровненько. Да, и по уровням вроде как не особо отстает пока команда Virtus.pro. Есть, конечно, небольшое преимущество у Фнатиков, но в любом случае оно не такое уж катастрофическое. Нету Найкса 23-го при там 8-го левела суппорта. Тут, в принципе, нет, это было бы очень круто, если бы Найкс был 23-й и 2 суппорта 8-го левела. Такое бывает. С одного укуса. Цап. Нет. Цап и все, и до свидания. Все да. Правильно. Ну, ты убиваешь такого Найкса, и ты сам уже там 15-й. Я не знаю даже. Еще и в соло, если. Ну да, в соло. ЦМ-ка там 7-го уровня. На Рошана забежала, ультанула, он не успел доползти, да? Да. Бывает. Рейдж на кулдауне или еще что-нибудь. Все на кулдауне, нет маны, нет хп. Каким-то образом. И Рошан постоянно башит его. Да. Просто 6 башей подряд. Ну, пока не убило. Вот. Нет, я видел 4 от Рошана подряд. Я видел отличный First Blood от Рошана, например. Который он крал у врага. Ну, хотя у него все враги, так что он в любом случае выиграл. Нет, самый прикольный момент это был в Dota Fails, по-моему, когда этот сатир лесной трипл килл делал на ФБ. А, это кстати, уровень. Вообще отлично. Ну, вот, драка, он. Ханукин! Хадукин, да, Хадукин, и поехали. Да. Хадукин. И что, все фармят? Отлично. Давай как испанские комментаторы. О, что? Куда побежал? Что происходит? Курица прилетела! Красава, кура! Ну, Как летит! Запакованная кура! Куда может лететь запакованная кура? Ну, ты посмотри. Что... Кстати, артефакты неплохие в курице. Мне уже надоело комментировать, как испанские комментаторы. Я понимаю, они просто, у них просто, ну, наверное, жизнь такая, что они во всем видят просто, все видят в розовых таких красках, у них все настолько веселое, прикольное. Это мы тут с тобой два таких упыря. Да, нам надо драки 6 на 6, ну, мне. Еще там, чтобы курица постоянно в драке висела. Конечно, с Радиансом. С Радиансом, естественно. И с Владмирсом. А куда же? Еще там Кираса. Да. Что там еще может быть? Все в курице. Шива. Все в курице. Шива не может быть в курице. Почему она не может? Она же не может кастануть ничего. Ну, зато аура есть, все нормально. Аура, да, кстати, в натуре. Я помню, блин, какую-то игру, по-моему, это было Ехом LGD еще в первой доте, когда в курице валялся Монтастайл и Радианс, по-моему, был у Патмы или у кого. И он в зависимости от ситуации менял их, то есть перекладывал. Причем я помню эту игру, потому что там, по-моему, на 72-й минуте счет был то ли 7-6, то ли 7-8. То есть вот... Да, но настоящая китайская первая дота, да. Такова, как она есть. Когда, в принципе, можно выключать монитор, уходить на 60 минут, и потом приходить смотреть самые интересные. Драку на хайграунде. Одну, да. А прикинь, ты ее пропустил. Такой типа, ну и ладно. Прикинь, в такой игре ФБ пропустить, которая случилась там на 32-й минуте. Ну, я думаю, в драке что... 5 на 5 кто-то умер. Причем все остальные сразу разбежались. Да, еще фармить. Только ФБ сразу. Все, пацаны, мы в меньшинстве, отступаем. Подальше. И другая команда, как у нас когда было LGD против Invictus Gaming. Там одному пол ХП снесли. Все, бэк, отходим. Там все телепорты. Смог на базу. Смог, убежали там с блинков, форстафами, все убегают. Короче, такая жесть. Pure Chinese Dota. Да. Это мы как недавно смотрели, ну не как недавно, где-то зимой смотрели игру с инмейтом. Он говорит, я, знаете, думал до этого, что флэш самый быстрый. Ага. Оказывается, что там Сынкинг, которому идут на хвосте просто села там 4 игрока вражеской команды, намного быстрее. Вот она скорость. Да, там форстав, даггер, там под копами. Так, ну что, в миде Фнатики забирает Т1, Virtus.pro снизу забирает Т2. Размен не самый благоразумный, но Фнатики, я думаю, могут пойти и дальше. И нет, что на Т3 ВП не пойдут, я думаю, все-таки. А Фнатикам, в принципе, ничего не мешает это сделать. Не, мешает все-таки, вот это вот им мешает это сделать. Смотри, идут спокойно сейчас Fly, No Tail и Aeron. Вот No Tail улетает прямо из-под Таура и видит прекрасно Virtus.pro. Да, смотри, Бутрайдер полетел, поймали Трикси, главное успеть его убить, пока он не успел. Кастануть опять он не успевает ничего сделать. Fly, удар! Смотри, какие куски! Ой-ой-ой, проблемы у Лидана, получает он ультимейт, и Лидан отправляется в таверну, размен очень плохой для Virtus.pro, пока Бейн цепанул Крейзи, и Крейзи надо убивать здесь Фнатикам, они это делают.
Размен 2 в 1. Кси. Отличный фипаут от Кси. Кси хорошо все сделал. Но... А, НС! НС! Улетает НС на ту тычку. Скажем так, обделались легким испугом. Да, команда. Действительно, обделались легким испугом здесь Virtus.pro. Да уж, могло быть все намного хуже. Слишком обнаглели, то есть преимущество не было таким, чтобы вот так прыгать. Да, возможно, они рассчитывали на то, что идет очередность ТП дефолтная, да? Но мы не забываем, что на базе очень много зданий, и ТП можно делать на разные здания, поэтому они все практически синхронно происходят. Ну, там мне больше понравилось то, что Эра уже с БКБшечкой в этой драке, БКБшечка достаточно неплохо порешала. Да. Ну и мы видели дэмэш Найкса. Ну, Найкс-то с дезолятором как-никак. Да. Дезолятор, армлет, там 200 урона. Хао. За два удара он там расцарапал просто-напросто спину, линия до беспредела. И очень сильно повезло капитану команды Fnatic, что он все-таки остался в живых. Ну, там действительно одного удара буквально не хватило линии. Так бы, конечно, отправился на автоверну, безусловно. 28 минут игры у нас сыграно, 16-12 впереди Fnatic, смотрим графики по деньгам, вот так, по XP, вот так. Окай. Да, XC там уже неплохо таки запаковался, этот Дарксир может в дальнейшем попортить нервы основательно. Ты можешь сейчас вспомнить стенку толковую или вакуум толковый? Ну просто он обычно в начале где-то забегает. Ну, типа, да, его там пытаются финсгрипсом сразу, финсгрипом поймать сразу. А суть-то в том, что, ну, вообще, они вот взяли этого Дарксира, да, его не банили. Но вот этот Дарксир тут не особо-то и нужен. По-моему, Эра въезжает. Магнус на Иллидана развалила Иллидана. Просто моментально Кси финсгрипит. До свидания, Кси. Минус также Бэтрайдер. Что это было? Это был такой нереально офигенный мув от Fnatic. Вот они на таком расслабоне только что поймали Virtus.pro. ВП были просто не готовы. И яркое свидетельство этому, это то, что Иллидан был с половиной ХП. На эту половину ХП просто как на красную тряпку. Вот залетел Магнус, моментально идет реверс полярити и разбирают. Иллидана сбрила действительно за первых полторы секунды драки. Да, да, вот он полностью отсутствовал в ней, он ничего не успел сделать. Ну и в живых остались только два суппорта команды Virtus.pro. И опять-таки, да, мы говорили про Дарксира и говорили о том, что Дарксиру плохо, потому что его постоянно финсгрипят. Пожалуйста. Дарксира еще раз за финсгрипили. Сразу, ух, и минус Дарксир. Roshan has fallen to the dire, нам говорит, собственно, наш анонсер. Fnatic получает к тому же преимуществу, которое они сейчас однозначно получили в игре. Что я нашел, смотри. Ну, это как обычно. Вот кому они вообще нужны, я тоже не знаю. А порой же бывает, блин, надо купить, там нету денег, ой, нет, кулдаун, надо еще где-то. А порой вот так он может лежать там всю игру, например, и всем будет пофиг абсолютно. 30 минут ровно прошло. 19-12. Ведут Fnatic. Ну, я думаю, графики немножко сейчас поменялись. Вот график по деньгам. А, вот он график по XP. Но по XP за драку, за последнюю, они рубанули, я имею в виду, Fnatic просто нереальное количество. Конечно, опыта. То есть они убивают трех мейн-героев, которые топ-левел на карте. Да, да, так и Причем есть. Причем убивает их реально за 3 секунды. Ну, просто не готовы, опять же, были ВП. Да. А зачем туда лезли на тавер, если были не готовы? Так вот, правильно, они залезли на тавер и собирались уже отступать. И прямо в этот момент, клац-клац, до свидания. Какой внезапный мув, да? Неожиданно, ты бьешь, да? Ты два тавра, а на тебя нападают. А на тебя нападают, как что так? Что за фигня? Кто ж так делает-то? Я не знаю, что за нелюди вообще. Не по феншую. Наблюдаем мы дальше за игрой. 32-я минута. С фланга заходит Virtus.pro. Иллидана видят. И... Иллидана сейчас на эру будет прыгать. Тут же ноутейл, стяжка, опять у Иллидана проблемы, Лина разбирает Иллидана, и посмотри, утащили еще и Хани, Хани, БКБ уже есть у Хани, он начинает щекотать Крейзи, Крейзи отсюда уже никуда не уйдет, погибает Крейзи от щекотки, и дальше дело только за НСом и Сережкой, нет, Сережку тоже цепляют, и Смайлуха, сквозь него, кстати, прошел Драгонслейв. Смайл у нас скоро будет как Вигас, я чувствую. Смайл ушел, но НС не уходит или уходит. НС, НС, что, Густкептер оттуда взял, поднимает НС. Там Хани подальше, НС, что творится? Но в любом случае 4 в 2. 4 в 2, это 3 тауэра, Fnatic будут бить.
байбек от НС. Он в дефе и Смайл, который каким-то непонятным, непостижимым образом выжил здесь. Смогут ли хоть как-то эти... Ой-ой-ой-ой, сразу прыгает на НС. Хекс от Ноутейла. Проблема НС. НС в таверну отправляется очередной раз. ГГ, пишет НС. 1-0 Фнатик. Фнатики, я смотрю... Очень радуется эра Ноутейла. Да. Действительно, ребята... Ну, в своем видеоблоге они вчера вечером сказали, ну, не вчера вечером, не знаю, когда он был записан, что мы только что, у нас отличное настроение, нас сегодня изнасиловали, но мы не унываем, все нормально. Поэтому они, конечно же, настроены на виртусов по самой не хочу. 1-0 Fnatic, серия продолжается, Virtus.pro нужно выигрывать. Virtus.pro были вот реально как будто не готовы, ну, вообще к дракам. Они как будто не хотели драться. Они как будто думали, что в Доте драк нету. То есть фармили лейнинг фейс, да, и начало игры было нормальное. Более-менее. Да, да, да. Но как только дело дошло именно до замесов, мы увидели, что они вообще ничего не могут сделать. Уж очень больно классно все делали Фнатики. Фнатики понимали, кого и кем нужно контролить. На Найкса залетали моментально. Найкс не успевал включить рейдж. В него давала фулл прокаст Лина. Магнус и там гирокоптеры все вливали в Найкса. А без Найкса команда Virtus.pro уже мало что. Ну, собственно, Хани, по-моему, один из лучших игроков этого матча. Играл он на Бэйне. Стата у него, конечно, просто феноменальная. 5-1-10 Бэйн. 7-1-8 гирокоптер. 6-2-12 Ноутейл. Ну, капитан команды Fly на линии 5-5-12, 1-6-6 Trixie, да? Ну, то есть Trixie убивали на максимум. Суппорты были на высоте. Вот у команды Fnatic суппорты вообще отыграли очень-очень классно. Невероятная игра. Ну что, пауза рекламная, отдых маленький для двух команд. Командам нужно настроиться на вторую карту. Virtus.pro Fnatic, вторая карта через 5 минут. Рекламка, никуда не разбегайтесь. Keep it going. I got the frequency.
За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств привык. Сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись.